Начать новую жизнь – нормальное желание весной. Сбросить все лишнее поможет телеканал «Катунь-24» и сеть студий индивидуальных ЕМС-тренировок «MyBodyTech». 2 недели назад в социальных сетях мы запустили кастинг проекта «Преображение». Загрузить свое фото и написать, почему именно ты достоин преображения. Вот и все, что требовалось от участников. Авторами самых пронзительных историй стали Андрей Горохов и Анна Казанцева. Меня зовут Горохов Андрей, мне 33 года, вес составляет 128 килограмм, рост 178 сантиметров. То есть я на данный момент очень много вешу, да, для себя. Мой порог жизненного счастья – похудеть. Но с самого детства я был просто огромный. Как бы все это надоело, да, и охота ближе в будущее шагнуть, да, со своим здоровьем. Меня зовут Анна. Мне 35 лет, мой вес на данный момент составляет 100 килограмм. Мой любимый вес и свое тело я приобрела благодаря 2 беременностям подряд. Я многодетная мама, у меня 3 детей. За каждую беременность я прибавляла по 30 килограмм, за последнюю прибавила 35 килограмм. Вот, для меня, конечно, это шок, это очень большая нагрузка, потому что этот вес – это не мой вес, это не я. Люди, которые знают меня до моего веса, я абсолютно другой человек, я человек творческий, я человек сцены. Вот, поэтому меня это не устраивает, мне так некомфортно. И я хочу поменяться, да. Для того, чтобы похудеть и получить наш главный приз – полное преображение, у участников есть 2 месяца. Тренировки 3 раза в неделю по 20 минут на специальном ЕМС-оборудовании. Правда, сначала каждый должен пройти специальную диагностику. Итак, Анна и Андрей приехали на Ленина 35 в один из спортзалов MyBodyTech на диагностику и чтобы познакомиться с теми, кто поможет им измениться. На ресепшене участников встречает администратор Юлия. Пройдемте, немного расскажу о студии. Здесь у нас находится спортпит разовой порции. Перед тренировочкой лучше выпить L-карнитин для более быстрого жиросжигания, а после тренировочки БЦА для более быстрого восстановления мышц. Пройдемте дальше теперь. Небольшая экскурсия по центру. Солярий, раздевалки, душ и сам спортзал. И участников встречает директор центра Станислав Яковенко, чтобы провести биоимпеданс-анализ, диагностику состава тела и замеры талии, рук, ног и даже щек. А вот и первые результаты. В теле Андрея 50,5 килограммов жира, 73 килограмма мышечной массы. Предполагаемый идеальный вес – 80 килограммов. Несмотря на то, что Андрею 33 года, по замерам ему 48 лет. Показатели Анны – 48 килограммов жира, мышечная масса – 49,2 килограмма. Предполагаемый идеальный вес – 57 килограммов. Метаболический возраст – 50 лет. Поздравляю с юбилеем. Спасибо. Я знала, что я доживу до этого возраста. Что тебе хочу сказать? Он будет уменьшаться в зависимости, как с тем будет уменьшаться твой жировой вес. За 2 месяца участники должны похудеть без потерь для здоровья каждый на 10 килограммов. По итогу Анна должна весить 90 килограммов, Андрей 118, и уже по завершению проекта продолжить худеть дальше. Для обоих участников специалисты и тренеры разработали график тренировок и рацион питания. Но наши участники выбрали доставку здорового питания MyBodyFood, где мы будем индивидуально для них, как это и происходит в доставке BodyFood, готовить рационы питания, которые будут индивидуальны с точки зрения калорийности продуктов. То есть это состав полный БЖУ, который должен быть у каждого человека ежедневно, плюс тот набор калорийности рациона, который необходим, чтобы человек худел. В первый нетренировочный день участники уже получили специальные пакеты с дневным запасом еды, а уже завтра начнут свои первые тренировки. А мы будем следить за их успехами, о которых расскажем уже через неделю. Сможем? А то. Ну все, пойдем тогда. Круто, пойдем.